Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот наши темы сегодня. Именно тот случай, когда награда нашла героя. Удостоверение передается дочери. Как в Казани поздравили защитников Отечества. Альбина Слагараева. Кадровые изменения. Со многими сидящими в этом зале я знаком. О задачах на этот год и нового главы Алексеевского района расскажет Алина Бережная. Попытка не пытка. Проверить свои знания, которые я получил в школе 23 года назад. Как родители депутаты и министра образования ЕГЭ сдавали, Лена Зинатулина. Огни афганской, обстрелы чеченской и тыл самой масштабной Великой Отечественной войны. Отголоски военной летописи в лице главных героев звучали в Большом концертном зале имени Сайдашева. Сегодня здесь награждали военнослужащих, бывших и нынешних. День защитника Отечества – праздник, который уже стал символом героизма, патриотизма и службы во имя Родины. Альбина Салгараева об эмоциях защитников Родины сегодня. Сегодня большой концертный зал собрал настоящих мужчин. Здесь ветераны, участники военных действий, солдаты, офицеры, генералы. Одним словом, защитники Отечества. В погонах, орденах и медалях. Сегодня в зале они не рядовые зрители, хотя давно вернулись с передовой к мирной жизни. И сегодня принимают поздравления. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что крайне важно уделять особое внимание современному техническому оснащению армии и флота России, а также качественному военному образованию. Кроме того, сегодня мы как никогда понимаем, что обязаны уделять пристальное внимание гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи. Желаю от всей души вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья, праздничного настроения, счастья и благополучия. Но есть те, кто так и не успел получить свою награду. Сегодня за них это сделали родные. Удостоверение вручается дочери Мингалеевой Флюре Идрисовне. Флюра Мингалеева с гордостью показывает документ о награде. Ее отец Идрис Мингалеев ушел на фронт в 41-м. Служил санитаром, был несколько раз ранен. За заслуги его наградили орденом Красной Звезды. Но ее отца нет уже 21 год. Он так и не узнал о своей награде. Найти удалось благодаря племяннику. В архиве очень долго, несколько лет, вот шел по всей этой цепочки, где он воевал. Сегодня в память об отце только фронтовые фотографии. Савелий Антиков воевал на Западном и Белорусском фронтах. За уничтожение пулеметных точек противника был удостоен ордена Красной Звезды. Но получить награду не успел, погиб в бою. Не знали они и родные, с тех пор прошло более 70 лет. Он был хорошим классным руководителем, военурком хорошим. И все... всегда был примером для учеников. И сегодня для дочерей, которые не дождались отца с фронта, это большая дань его памяти. Поиск наград продолжается. Сегодня уже вручено порядка 100 удостоверений на орден Красной Звезды и 5 медалей участника войны. К сожалению, все эти годы, все эти документы просто были недоступны не только самим ветеранам, но даже исследователям. И более того, даже сейчас, обратите внимание, вот на этих опубликованных копиях документов засекречены адреса семей. Сегодня здесь и юные патриоты, и будущие военные. День защитника Отечества – еще одна возможность для них поразмышлять о родине, о мужестве. В 2014 году в республике появились юноармейцы. Сегодня их воспитывают в каждом районе республики. Ребята проходят военную подготовку и занимаются социальной работой. Считают, что 23 февраля – и их праздник. Можно и так сказать, потому что будущую жизнь я хочу связать служение своему отечеству, то есть стать офицером. Я вполне считаю это своим праздником, так как я уже обучаюсь военному делу. 23 февраля. Для многих праздник со слезами на глазах. Но герои нынешние признаются. Сейчас это слезы радости. Сегодня самые высокие такие мысли, такие мои познания высокие. Я прошел блокаду Ленинграда. Я знаю, что такое жизнь. Сегодня они уже не стоят под пулями, но ежедневно на страже Родины. Господа офицеры, по натянутому мне
Благораевич, Атмухаметов, ТНВ, Казань. И сегодня представители всех районов Татарстана возложили венки и цветы к вечному огню в Казанском парке Победы. Организаторы называют акцию самой масштабной за всю историю республики. Это 46 делегаций, 43 от районов, по одной от Казани и набережных Челнов и одна от Министерства труда Татарстана. Правосудие – один из важнейших факторов стабильного развития страны и региона, заявил сегодня Рустам Миниханов на итоговом заседании судей. В прошлом году они рассмотрели порядка 11 тысяч дел. Это на 500 больше, чем годом ранее. В том числе вынесены приговоры по 29 уголовным делам в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Сегодня на всех судебных участках установлены веб-камеры. Важным вопросом является использование при направлении правосудия информационной технологии. На это обратил внимание президент нашей страны Владимир Владимирович Путин в своем выступлении в рамках мероприятий, посвященных 95-летию основания Верховного Суда Российской Федерации. На заседании также отметили, число осужденных по коррупционным преступлениям снизилось почти вдвое, это 67 человек. Председатель Верховного Суда обратил внимание на качество предварительных расследований. Задачей на ближайшее время Рустам Миниханов обозначил защиту избирательных прав. Приближаются выборы президента Российской Федерации. Наша совместная обязанность – приложить все усилия, чтобы они прошли в строгом соответствии с законом. Квалифицированная и своевременная судебная защита нарушенных избирательных прав – важнейший фактор успешного проведения выборов. Поддержать малый и средний бизнес, а также обучать предпринимательству. Алексей Песошин призвал руководство Буинского района увеличить долю коммерсантов в экономике. Сегодня в Буинске подвели итоги минувшего года. Район держится на 22-м месте по социально-экономическому развитию. Каких показателей планирует достигнуть к концу года, знает Альбина Минибаева. Встречает премьер Алексея Песошина перед итоговой сессией тем, чем выделился Буинский район в прошлом году – хлебом. В 2017-м намолотили практически 200 тысяч тонн зерна. Это безусловное лидерство. Цели на будущий год – поднять молочное фермерство. Число таких хозяйств должно стать в два раза больше. Наша задача – довести число семей, содержащих в личном подворье 8 и более коров, как минимум до 50. На сегодняшний день таких подворий 27. Производить сахар к 2020 году 140 тысяч тонн. Основное предприятие района ждет техническая модернизация. Но кроме крупного, малый и средний бизнес тоже должен быть в приоритете. Сейчас его доля в экономике района 26,5%. Содействовать коммерсантам. Таковы рекомендации премьера. Необходимо усилить работу по поддержке малого и среднего бизнеса, оказывая в том числе активное содействие получению мер государственной и муниципальной поддержки. Мы видим, что для поступательного движения вперед у района есть потенциал, есть резервы, и все это вселяет надежду на дальнейшее успешное развитие. Развивать бизнес, особенно инновационный, ведь это в тренде всей республики. По указу Рустама Миниханова, в Татарстане сейчас созданы 63 промышленные площадки. И за 9 месяцев здесь заработали больше 14 миллиардов рублей. Премьер рекомендовал ускорить создание промзоны в Буинском районе. Средства из бюджета выделены, соглашения заключены. Сейчас осталось только осуществить все то, что намечено. Показатели рождаемости оказались ниже, чем в 2016-м. Подтянуть демографические минусы руководству района нужно в тандеме с врачами ЦРБ. В целом сейчас район занимает 22-е место по социально-экономическим показателям и должен стать лидером по Заволжскому региону. Альбина Минибаева, Сирин Хасанов, ТНВ, Буинский район. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем расскажем далее. Вчера ясли, завтра матчи. Выбираем лучших детей, приглашаем их на просмотр. Казань встречает самых юных футболистов страны. Какие уроки они получат от звезд российского футбола, узнал Рамиль Шайдулин. Необычная планерка. Вот их пригласил. Что обсуждали участники предвыборной кампании, узнал Дмитрий Аринин. Кадровые изменения. Владимир Казанков добровольно сложил полномочия главы Алексеевского района. Он может войти в состав руководства Совета муниципальных образований республики. Сегодня в районе прошла сессия. Отчет у экс-главы принимал Фарид Мухаммедшин. Библиотека Алексеевского района не видела капремонта 36 лет. За десятилетие здание обветшало, протекала крыша, обвалилась штукатурка. 11 миллионов рублей. В такую сумму обошелся в прошлом году ремонт. Мы очень рады,
рады ремонту, потому что мы сейчас, вы как видите, находимся в очень светлом помещении. У нас очень тепло. Больше 45 тысяч книг, просторный читальный зал и электронная картотека, обновленная библиотека. Вот сегодня председатель парламента Фарид Мухаммедшин. Свинина халяльная, да? Духовный пищик, насущный, хлеб, колбасы, молоко, рукоделие. Оценил он и местное производство. На протяжении 3 лет Алексеевское райко занимает первое место по республике. Хотим расширить, значит, выпускаем продукцию. Достойные показатели в сельхоздеятельности. За прошлый год в районе собран самый большой за последние пару лет урожай зерна. Развивается производство молока, введены в эксплуатацию 2 молочных комплекса. Валовый сбор зерновых составил 158 тысяч тонн, это восьмое место в республике Татарстан. Удалось сохранить и поголовье скота. Работы в сельхозугодьях района много, но зарплаты самые маленькие по республике – 15 тысяч рублей. Не хватает и рабочих рук. По 11 тысяч рублей зарплата, по 15 тысяч рублей зарплата ниже прожиточного минимума. Но, ребята, коллеги, вы не вашего характера. Теперь все эти задачи решает другому руководителю. Глава района сегодня заявил о добровольной отставке. Владимир Казанков был на этой должности 14 лет. Мы уже знаем о том, что президент будет его рекомендовать в Совет муниципальных образований нашей республики. И сегодня на эту должность зарекомендован Сергей Демидов, теперь уже экс-замминистр земельных и имущественных отношений. Я осознаю ту ответственность, которую в настоящий момент беру на себя. Приложу все свои знания и умения, чтобы это доверие оправдать. О результатах работы нового главы района будет известно уже в следующем году на очередной районной сессии. Алина Бережная, Ренат Цапин, ТНВ, Алексеевский район. Поднялись на строчку вверх и теперь занимают 9-е место в рейтинге районов. Таковы итоги прошлого года для Пестрецов. Фарид Мухаммедшин посетил здесь социальные объекты, побывал в новом детском саду и оценил работу местного цеха по переработке молока. 5 лет назад это частное хозяйство получило грант по программе семейных ферм. А всего на строительство мини-ферм молочного направления субсидии по 120 тысяч рублей получили 3 подворья района. Фермеры могут вздохнуть спокойно. С 26 февраля в Россию запретят ввоз молока из Белоруссии, сообщает Интерфакс. Россельхознадзор принял такое решение в связи с неоднократными выявлениями нарушений. По словам экспертов, выпадающие белорусские объемы вполне могут быть замещены отечественной продукцией. Пока же местные производители страдают от низкой закупочной цены на молоко. Напомним, этот проблемный вопрос поднял Рустам Миниханов на инвестфоруме в Сочи. Тогда он обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой разобраться в ситуации. На выборах президента России в Татарстане бюллетени будут на 2 государственных языках республики. Образец избирательного бюллетеня сегодня представили в Татарстанском центре избиркома. Всего будет напечатано 2 937 тысяч бюллетеней. Из них 98 200 адаптируют под электронные комплексы обработки. Сегодня же татарстанский ЦИК впервые провел заседание в режиме онлайн. Расписано так, как утверждена форма бюллетеня. До выборов президента России остается 23 дня, и обратный отсчет уже пошел на улице Баумана в Казани. Здесь появилась необычная тантамареска. В ее левом верхнем углу расположено электронное табло, где отчитываются дни и часы до выборов. А надпись на баннере гласит «Будущее за мной». Сегодня в Казани встретились доверенные лица кандидатов в президенты, наблюдатели и эксперты. На ток-шоу под названием «Планерка штабов» КФУ участники обсуждали ход президентской гонки. Какими достижениями похвалились подвижники кандидатов и как их работу оценила общественность и специалисты, лицезрел Дмитрий Аринин. Вот их и пригласил. Звали всех, да не все пришли. Общую встречу пропустили представители татарстанских штабов Владимира Жириновского, Сергея Бабурина и Бориса Титова. От Ксении Собчак представительница пришла, но в дискуссии участвовать не стала. Я, пожалуй, откажусь от участия, просто обозначил, что я здесь есть. Другие 4 представителя кандидатов в президенты с охотой рассказали, чем занимаются их команды. Соратники Максима Сурайкина открыли свои штабы во всех крупных городах республики и сейчас определяют доверенных лиц кандидата. Такие же удостоверения получены. Вот. В общем количестве у нас в Татарстане от кандидатов где-то будет 20 доверенных лиц и от партии где-то человек 10. В штабе Владимира Путина довольны своими доверенными лицами и радуются числу желающих стать волонтерами. У нас очень
серьезный штаб доверенных лиц. Я уж не буду говорить о федеральном списке, его можно перечислять очень долго. Когда пришел первый раз в наш штаб Олег Владимир Романович, я не знал, что делать, потому что народу пришли и просто с ним поговорить. Штаб, он в живом режиме, мы, кстати, его и дополняем, а кого-то даже убираем из состава штаба, и такое бывает. Кроме того, мы, конечно, создали и опорные точки, они по 5 ключевым городам, и они уже курируют работу районных штабов. В республиканском штабе Григория Явлинского определили 4 доверенных лиц, хотя были и еще кандидатуры. Потому что не захотели слагать в себя полномочия членов комиссии с правом решающего голоса. Еще председатель альметьевского отделения, он является руководителем средства массовой информации, и там тоже накладываются определенные законодательством ограничения. Независимые наблюдатели и общественники отметили, хорошо, что в республике выстроен такой диалог между участниками предвыборной кампании. Такие площадки, где можно обсуждать и просто выяснять проблематику, выяснять какие-то, может быть, даже цели ставить, может быть, совместно какую-то работу вести, для нас, конечно, плюс. В целом все участники сошлись во мнении, в таких встречах только плюс, ведь напрямую можно обсудить самое актуальное и без посредников задать волнующие вопросы. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Итак, до выборов 23 дня. Сегодня мы спросили казанцев, пойдут ли они выбирать президента. Пойдете ли вы в этом году выбирать президента? Да, конечно, пойду. Почему? Потому что от этого зависит будущее страны, от моего выбора. Мое будущее, будущее моих детей. Да, я пойду. У меня такое воспитание, мы всей семьей ходим на выборы. Всегда? Всегда, да. Я не пойду на выборы, потому что я не считаю, что это мне нужно. Потому что, мне без разницы, кто будет президентом. Думаю, что пойду. Почему? Все-таки от этого зависит наше будущее. Да, пойдем. Мы должны исполнить свой долг перед государством. Мы должны сделать свой выбор и внести свой вклад. Пойду. Почему? Потому что я гражданин своей страны и участвую в выборах, которые мне положены по Конституции. Единичка в виде палочки, ответы без пробелов. Все прелести процедуры ЕГЭ сегодня испытали на себе взрослые. Родители старшеклассников, депутаты и общественные деятели Татарстана присоединились к Всероссийскому дню сдачи госэкзамена. По плечу ли единый экзамен тем, кто школу окончил десятки лет назад, поинтересовалась Лина Зинатулина. Телефон оставляем? А я уже там оставил. Никаких мобильников и строгий досмотр. Все по-взрослому и для взрослых. Артист Качаловского Марат Голубев тоже решил попытка не пытка. Возможность проверить свои знания, которые я получил в школе 23 года назад. Что тут, собственно, поменялось? Телефон отобрали. У меня 23 года назад и телефона не было. Проверить себя пришли десятки казанцев. Артисты, спортсмены, депутаты, а главное, родители будущих выпускников. Чем не способ лучше понять собственных детей, которых не первый год пугают единым экзаменом. Гузель Шайфиева здесь, чтобы поддержать дочку Динару. Надеюсь, все у нее получится. Время, каждый день готовится, в течение уже нескольких лет. А вы? А я просмотрела вчера вечером. Почувствовать то, что чувствуют дети, мы все равно не сможем, потому что на ЕГЭ решается их судьба. Школьникам на пару часов стал и министр образования Рафис Бурганов. Не только из интереса к собственным знаниям школьной программы, но и по долгу службы. Лично проверить, каково сдавать экзамен, вокруг которого столько шума, и есть ли в процедуре слабые места. Попробуем сдать экзамены мы, кому, как не журналистам, упражняться в русском языке без подготовки. Здравствуйте. Вы участник экзамена? Да. Предъявите, пожалуйста, паспорт. Пожалуйста. Угу. Хорошо, ваше место 1А. Спасибо. На вооружении только ручка, что в бланках никто не знает. Их откроют четко по сигналу. Все под присмотром камер видеонаблюдения. Глобальное новшество этого года родители испытали раньше школьников. Все бланки и задания теперь приходят на диски и опечатают их прямо в аудитории. Готовые работы сразу после экзамена сканируют. Ничего пугающего, ничего выводящего из равновесия. Довольно подробный инструктаж по каждой форме, по форме бланка, по форме заполнения этих бланков. И там, где появлялись вопросы, а вопросы появлялись и у нас тоже, давали опять-таки необходимый инструктаж. Я поняла, что ребятам, особенно гиперактивным, ведь среди них очень много таких с проблемами концентрации внимания, для таких детей, конечно, это непростое задание. С этим заданием в республике справились больше 800 родителей, которые теперь сами без труда помогут своим чатам подготовиться к их главному экзамену. Лена Зинатульна, Марат Сидгараев, ТНВ, Казань.
Оказавшись на грани банкротства, сделали входные билеты бесплатными. На такой эксперимент пошли в Доме занимательной науки и техники Казани. Как бесплатные билеты помогут выйти из кризиса, узнал Сергей Хайдаров. Учебный, реактивный, тренировочный самолет. Пожалуй, это самая большая экспозиция Дома занимательной науки. Всего их 70. Редкие авиамодели, бортовой самописец и даже специальный проводник. Он наглядно демонстрирует, что ток легко проходит через человека. Но 2 года назад случился феномен. Мы встретили девочку из Больших Каевец, которая вообще не проводит электрический ток. Пригласили наших электронщиков из лаборатории радиоэлектроники. Они пришли с своими приборами, давай эту девочку обследовать и мерить. Реально не проводит. Таких историй за 5 лет существования этот дом помнит немало. Но главное началось в 2015-м. Грянул кризис, и людям стало не до научных развлечений. Татарстанцы экономили, а дом терял посетителей. Задолженность по аренде в Доме занимательной науки и техники составляет, вот я смотрю сегодня, 2 352 941 рубль. Эти 3 года стали настоящим испытанием. Из 25 сотрудников пришлось оставить только 11. Закупать новые экспонаты просто невозможно. И оказавшись на грани краха, его сотрудники решили рискнуть и пойти на эксперимент. Каждый житель Татарстана, каждый ребенок может прийти к нам и ознакомиться с экспозицией Дома занимательной науки и техники бесплатно. А взамен что мы просим? Мы просим, чтобы родители пообещали оказать нам информационную поддержку, то есть просто рассказали своим друзьям, своим семьям, с которыми они дружат, о том, что мы существуем. Так, словно по теории 6 рукопожатий, Дом науки и техники хочет вернуть посетителей. Задумываются здесь и о расширении. Самой удачной площадкой для Дома занимательной науки и техники, по мнению ее сотрудников, должен стать Казанский НКЦ. Соответствующие инициативы они уже обратились к руководству этого центра. И если все получится, то Дом науки и техники от этого только выиграет. Ведь именно здесь есть большой экспозиционный зал, собственный кинотеатр, и запуски моделей самолетов можно будет осуществлять прямо над Казанкой. Пока в планах провести опрос родителей. Все, чтобы узнать, какие экспозиции они бы хотели увидеть на выставке. Расширить площадку и сделать свою коллекцию лучшей в Европе. Заветная мечта сотрудников дома. Сергей Хайдаров, Александр Вольнов, ТНВ, Казань. Сегодня в Казани юным футболистам азы дриблинга преподали профессиональные тренеры ЦСКА. На столичном стадионе стартовал проект «Тысячи юных футболистов из моногородов», где мастер-класс от профессиональных спортсменов получат мальчишки из 37 городов России. Как выявляют сильнейших, увидел Рамиль Шайдулин. Встали. Разбежались по всей площадке. Так тренировали Жиркова, Березуцкого и Акинфеева. Сначала тактика и только потом бег, дриблинг и перепасовка. Это методы большого футбола, и сегодня ими делятся с каждым, кто пришел на центральный стадион. Я хочу стать профессиональным футболистом, но чтобы стать им, мне не хватает скорости. Зеленодолец Амир в футболе 5-й год. Обычно играет в родном ДЮСШ, но сегодня его соперники 180 ребят со всей России. Я уверен, что вот из этого состава многие из вас будут великими футболистами. Эти тренировки, как всегда, под чутким руководством тренеров, но сегодня и с подробными комментариями футболистов ЦСКА. В ближайшие 3 дня армейцы будут учить детей самым действенным чемпионским приемом. Пусть кому-то нет и 10, но для тренеров важнее не возраст, а талант. Если уже в ребенке проглядывается российский Фигу или Роналду, тогда с ним важно заниматься. Все зависит от того, насколько ребенок, в каком возрасте начал заниматься. То есть сразу видно, чувствуется, какой ребенок уже с ранних лет занимается, какой только пришел. Но до 11-12 лет эту разницу можно наверстать упорными тренировками, своим отношением, делом, трудолюбием. Из способного ребенка можно ковать уже профессионального форварда или голкипера. Но если отобрать даже 1 из 20 уже удача, говорят тренеры, то отсмотреть детей из 37 городов – упорная работа. Армейцы планируют справиться за 4 дня. Конечно, мы рады воспользоваться, скажем так, возможностью отобрать детей, у которых нет шанса где-то себя проявить, засветиться. Но тем не менее, как бы вот из глубинок, из моногородов, они могут сюда приехать, и мы с удовольствием на них смотрим, их тренируем. И, как я уже ранее говорил, с удовольствием их возьмем на просмотр, опять-таки, самых перспективных. Если футболисту уже есть 12 лет, значит, есть и все шансы попасть в мир большого футбола. Главное, понравится ЦСКА. Тренеры обращают внимание на скорость, технику и игровое мышление. Остальное – дело времени. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Какая погода нас с вами ждет завтра, узнаем по завершении выпуска. Всего вам доброго.
Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Россия официально лишена медали Олимпийских игр Южной Кореи из-за положительной допинг-пробы. Спортивный арбитражный суд опубликовал вердикт по делу кёрлингиста Александра Крушельницкого. В пресс-релизе КАС сообщается, что спортсмен признал нарушение антидопинговых правил на играх в Пхёнчхане. Он временно отстранен от соревнований. Спортсмен, допинг-проба которого дала положительный результат на мельдоне, вместе с партнершей Анастасией Брызгаловой официально лишен бронзовой медали. Она должна перейти норвежской паре, занявшей четвертое место. На протяжении всей карьеры я отыграл огромное количество турниров и соревнований. Всегда брали допинг-пробы. Всегда они были отрицательные. Мы очень заинтересованы в расследовании, потому что на кону стоит наше честное имя. А завтра утром болеем за наших фигуристок. Алина Загитова, напомним, лидирует после короткой программы, побив мировой рекорд Евгении Медведевой. Выступление в произвольной программе стартует в 4 утра по московскому времени. Тем временем хоккеисты казанского «Акбарса» провели второй контрольный поединок в Москве. На этот раз против ЦСКА. Встреча завершилась победой казанцев со счетом 4-1. Дублем отметился защитник Андрей Марков. Еще по одной шайбе на свой счет записали Джастин Азеведа и Владимир Ткачев. Завтра, в День защитника Отечества, соперники проведут еще один поединок. После чего команда вернется в Казань для подготовки к заключительным играм регулярного чемпионата КХЛ. Довольно тяжело складывалась игра, хороший соперник, очень активно играет. Удаления нас подвели, очень много удалялись, они играли межсезонно, здорово, что выстояли. Тем временем в Заинске стартовали соревнования, посвященные памяти заслуженного мастера спорта, олимпийского чемпиона Федора Симашова. Гонки проводятся с 1971 года. Почти 20 лет назад они получили статус всероссийских. Пока в Южной Корее наши лыжники принесли в копилку сборной больше всего медалей. На их примере воспитывается новое поколение. Юноши и девушки до 18 лет вышли на старт Заинской трассы. В программе соревнований гонки классическим стилем и свободным стилем юношей на дистанции 10 километров и девушек 5 километров. Эти лыжи гонки отборочные на участие в первенстве России, которые, кстати, также пройдут на Заинской земле. Крупные соревнования, конечно, нас учат организовать, во-первых, организаторам, оргкомитету, рассмотреть разные варианты и вечерние программы для присутствующих, для спортсменов, для тренеров. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! О погоде после полезной информации. Спонсор показа – изготовитель корпусной мебели на заказ компании «Данил Мастер». «Данил Мастер» поздравляет с Днем защитника Отечества и дарит в феврале 20% скидку на заказ кухни. Побалуйте своих мужчин праздничным ужином, приготовленным на вашей новой кухне. «Данил Мастер», город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке республики в Бугульме, Бавлы, Азнакаево временами пройдет снег и около 13 градусов ниже нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также минус 13 и пройдет снег. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске синоптики обещают 14 градусов ниже нуля, временами со снегом. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтаси облачная погода с прояснениями. Пройдет снег и также минус 14. На юго-западе республики в Болгаре, Буинске, Држаном переменная облачность, временами со снегом, столбики термометров покажут минус 14. Для жителей центральных районов республики 23 февраля будет пасмурно, местами со снегом и 13 градусов ниже нуля. В последующие дни морозная погода сохранится. Гуляйте чаще на свежем воздухе, но одевайтесь теплее. Спонсор программы – выставочный оператор «Союзпромэкспо» приглашает посетить выставку «Екатеринбург-Халяль-Экспо» со 2 по 4 марта в Центре международной торговли. Все о халяль-индустрии, качественных продуктах и технологиях. Екатеринбург, улица Куйбышева, 44. В Казани будет малооблачно, временами пройдет снег. Температура воздуха – минус 13-15. Ветер западный – до 3 метров в секунду. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 79%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. До свидания.